Долгострой Алзы в микрорайоне Соляное будет достраивать фонд защиты дольщиков. Арбитражный суд Чувашии в рамках дела о банкротстве строительной компании передал фонду земельный участок с недостроенным объектом и все обязательства застройщика по завершению строительства и передаче квартир владельцам. Выйти на стройплощадку новый застройщик планирует в мае, а сдача дома ожидается во втором квартале 2022 года. Строительная компания «Алза» должна была сдать дом еще в 2017 году, но достроить объект не смогла. В сентябре 2020 года Федеральный фонд защиты прав дольщиков принял решение завершить строительство позиции 5. Стоимость работ была оценена в 444 миллиона рублей. Свои квартиры ожидают более сотни дольщиков.